Так вот, конец ноября. Вот так вот. Ну, рыбаки. Река Алдан. Смотрите, вот здесь тоже тычки ставили. Все позбивало льдом. Переломало, все утащило. Но он что-то еще стоит. У нас есть, поделились со мной Володя, рыбак тоже, налимятник, неплохие голяшки, так что скоро пойдем мы тоже ставить. Вот пришел, кстати, вариатор 25 вал на четырехтапник, тоже скоро будем устанавливать. В общем, скоро будем рыбачить. Следующее видео уже будет, скорее всего, проверка тычек уже на новом месте. Придется потрудиться. Сейчас лед уже стал потолще. На улице стало уже поморознее. На этом все. Всем пока.